Два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, пополнило список отчетных ДТП отделения госавтоинспекции Заречного. Первое произошло 3 ноября в 19:55 на проспекте 30-летия Победы. Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2106, совершил наезд на пешехода, девушку, которой исполнилось 17 лет. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. С предварительным диагнозом перелом бедра пострадавшая была госпитализирована в медико-санитарную часть. Водитель, который не заметил пешехода на переходе, уже 22 года управляет автомобилем. Много лет за рулем и другой виновник ДТП, произошедшего вечером 4 ноября. Водитель 85-го года рождения, управляя автомашиной «Лада Калина», со своим малолетним сыном 2012 года не справился с управлением, совершил столкновение, наезд на стоящий автомобиль. В результате и водитель, и малолетний ребенок получили телесные повреждения. В обоих случаях причиной аварии стала невнимательность. Такой вывод сделали сотрудники госавтоинспекции. А что думают зареченцы о водителях и пешеходах? Заречным вежливые водители всегда ли пропускают пешеходов? Ну, я думаю, не всегда, особенно около России не пропускают. Ну. А с чем это связано? Не знаю, с чем. Может, не хотят не останавливаться, там лень, некогда, наверное. А сами пешеходы всегда правы? Нет, конечно. Ну, а кто, если некоторые вылазят непонятно где, бегают через дороги, то они тоже не правы. На Заречном вежливые пешеходы, соблюдают ли они правила дорожного движения? Вежливые. То есть всегда смотрят на дорогу и переходят? Да. Ни разу не сталкивались с такой проблемой, чтобы выбегали перед машиной? Нет. А с чем это связано, что они такие вежливые? Не знаю, город такой, наверное. Пешеходы вежливые? Соблюдают ли они правила дорожного движения? Нет, не соблюдают. А с чем это связано? Потому что приучили их, они даже на дорогу не смотрят. Если машина даже в 2 метрах, она выходит и пошла. И вот и все. То есть надо разъяснение вести. Это все зависит от водителя. Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что все-таки у нас с уважением относятся. Вот я так гуляю с внуком, наблюдаю, я и сам водитель. Но я бы так сказал, что пропускаю. Мнения горожан об участниках дорожного движения разные. Водители ругают пешеходов, те во всем винят автовладельцев. А истина, как всегда, посередине. И для водителей, и для пешеходов она четко записана в правилах дорожного движения. И если строго придерживаться этих правил, то аварий на дорогах не будет. Хочется обратиться ко всем участникам дорожного движения, как и к водителям транспортным средством, так и к пешеходам. Будьте внимательны и бдительны на проезжей части, потому что сейчас осенне-зимний период, темнеет рано, на дорогах гололедится. Обратите внимание, в связи с погодными условиями асфальт мокрый, и водителю очень плохо видно в темное время суток пешеходам. ПДД написаны кровью тысяч жертв дорожно-транспортных происшествий. Не становитесь еще одной. Дмитрий Балясников, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».